Здравствуйте, меня зовут Джен Маура. Сейчас я представляю вас вьетнамскую кухню. Вы готовы? Давайте поедем. Город Бария – это знаменитое место в 100 километров от города Хашимин, которое славится не только красивыми пейзажами, гостеприимствами, но и разнообразиями блюд. Популярная уличная забегаловка «Венен Конер». Ей 30 лет. Есть много вкусной еды. Первое блюдо я представляю вас – это бульон и соус. Ингредиенты блюда. Рисовая бумага, рисовая вермишель, салат, вареное мясо, вареные креветки. Далее приготовить гойку. Сначала разложите рисовую бумагу на тарелку. Налейте немного воды на рисовую бумагу. Положите салат, рисовую вермишелью, вареное мясо, вареные креветки. И потом плотно заверните все ингредиенты вручную. Добавьте соуса. Добавьте соевую пасту, фиолетовый лук. Хорошо перемешайте и вскипятите. В вьетнамской кухне соус играет важную роль. От него зависит, вкусное блюдо или нет. Я тебе говорю. А, спасибо. Это второе блюдо. Салат из зеленой папайи. Самая важная часть – соус. Приготовленные соуса. 2 столовые ложки рыбного соуса, 1 столовую лимонного сока, 1 столовую минеральной воды, 2 столовые ложки сахара и хорошо сахар растаян. Мы выливаем соус на блюдо. Хорошо перемешайте. Кулинарная культура Вьетнама очень разнообразна. 2 блюда, которые я представляю вас, являются одними из лучших в Вьетнаме. Если вы путешествуете по Вьетнаму, попробуйте эти блюда. Вы обязательно любите кухню Вьетнама и Вьетнам. Спасибо за внимание. Пока-пока. До скорого.